Несколько дней назад ушел из жизни легендарный кинорежиссер и сценарист. Об этом сообщают на сайте театра. Он скончался ночью в своей квартире. Родственников на тот момент, к сожалению, не было рядом. Он родился 4 января 1932 года. В полнометражном кино дебютировал лентой «Бродяги», которая проложила кинематограф дорогу известному стилю. Затем были успешные фильмы, такие как «Охлажденный мятный коктейль», «Стресс 3.3», «Нора», «Сад наслаждений», «Анна и волки». Подписывайтесь, друзья, на наш канал. Каждое утро интересные выпуски только у нас. Только мы рассказываем всю правду из жизни звезд шоу-бизнеса. Спасибо вам за вашу поддержку. Будьте всегда с нами. Берегите себя, родных и близких.